Грабеж, иначе не назвать! Что случилось? Ваш брат. Что на этот раз? Газеты трубят об убийстве Топенни, и это еще не все. Кто-то украл клише для печати денег. Это тоже был Джейкоб? Сомневаюсь. Теперь банку не доверяют. И английскому фунту. Будет инфляция, бунты. Производство, конечно же, перекочует в Америку. Если вкратце, Британия обречена. Джейкоб, вот теперь ты и правда влип. А если я верну клише обратно в банк? Ну, это поможет. Это подвергнет сомнению все слухи об убийстве Топенни и восстановит веру в экономику. Решено. Я спасу Британию. Да, и если вас не затруднит, не могли бы вы уничтожить все фальшивые купюры, которые вам попадутся? Конечно. Я рад, что вы решили помочь. Идемте. Неподалеку платят фальшивками. Ну, скажем так, фальшивками. С такими клише невозможно отличить поддельные фунты от настоящих. Мистер Эберлайн. Если это всплывет, я уже говорил. Люди перестанут доверять деньгам. Бунты уже начались. Мистер Эберлайн. Но я верю в вас, мисс Фрай. Вы двое, за мной. Не хочу, чтобы меня ограбили по пути. Вот кто мне нужен. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно, мы не вернем клише. Ну и что это даст? У него все равно нет настоящих денег. У нас есть клише. Все деньги настоящие. Слыхал эти крики? Похоже, что весь Лондон бунтует. А мы тут при чем? Господи, Джейкоб ведь поставил под угрозу всю экономику. Отец был прав. Он вечно спешит. И не думает. Молодец. What you wanting from me? Yes, sir. You seen that strange woman sneaking about? Не смейте открывать двери. Yes, sir. Это место надо охранять, как сам банк Англии. Так и сделаем, сэр. Do you think you can get me on? Do you
А теперь вернуть обратно в банк. Этим можно воспользоваться. Это возмутительно. Все, что я говорила, сюда любой проникнет. Вот. Будто всегда тут лежали. Итак, газета Лондона пишет, что это была уловка. Бунты стихли. Банку Англии снова доверяют. Наконец-то я смогу отдохнуть. Мисс Фрай, огромное вам спасибо. Я рада, что все закончилось хорошо, сержант. Хотя благодарить меня должен Джейкоб.